Очень хорошо. Я вообще-то член общественного совета при Министерстве обороны. И, в общем-то, я довольно хорошо знаком с тем, что происходит в нашей армии. И то, что происходит, те позитивные моменты, сдвиги, те изменения, которые произошли за последнее время, они огромны на самом деле. И надо поклониться, наверное, это я не в дань вот, прогиба не изображаю, а сказать спасибо Шойгу Сергею Кожугетовичу, министру обороны, и, безусловно, главнокомандующему, верховному, за то, что они сделали. Я вижу отношение к армии, я вижу, как меняется отношение к службе в армии. Я знаю, что много людей желают попасть в армию, особенно на контрактную службу, и за это готовы даже платить деньги. Смешно говорить, но это так. И вижу отношение самих ребят, которые сейчас находятся в рядах, и командующий состав, руководство, они просто на крыльях. Ребята работают с удовольствием, с радостью. Я уверен, что впереди еще самое интересное, самые положительные изменения, которые приведут к достойным результатам.